Всероссийский день самбо отмечали в разных городах страны. В Домодедово и Мытищах к празднику провели турниры. Серпуховичи ярко проявили себя в соревнованиях. Воспитанник спортивной школы «Русский медведь» Константин Бочаров в бескомпромиссной борьбе стал победителем состязания весовой категории 60 килограммов. А среди девушек в весе до 55 килограммов вне конкуренции была Алина Курникова. В итоге у наших спортсменов 100% результат – 2 золота. Тренируют серпуховских самбистов братья Павел и Михаил Касатовы и Мария Шишкова.